Ну что ж, снова здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы проходим тренинг по мануального массажа и мануальной терапии. И вот, ну как вы знаете, меня зовут Олег Алавгудвин. Тут у нас Сергей, Вячеслав и Ренат присутствуют. И так, ну он, извините, за кадром. Его нельзя снимать. Конспирация. Ну, такая вот тема. Во-первых, давайте так побеседуем в режиме вопрос-ответ. Блиц такой. Вы уже пробовали, да, вот прошла неделя после тренинга, после первых дней тренинга, да, на своих клиентах что-то отрабатывали, да, эти методики? Конечно, отрабатывали. Именно локтевые, да? Отрабатывали локтевые и разминочные, вот это самое. Ну вот, ребята интересуются, что же конкретно там получается, отзывы клиентов, что они вообще как вот к новой методике отзывы относятся? Отзывы клиентов, а массаж такой ломанный происходит, потому что другие техники где человек присутствует, которые мы никогда не делали. То есть привыкли к одной технике. А, ну это переучиться тяжело, да? Переучиться тяжело очень даже, да. Вот. И клиент спрашивает, он так уже так, ты ему было до этого хорошо, там, да, он спрашивает, нормально. То есть. Ну это больше из-за того, что еще нет отработанности четкой. И практики еще мало этого массажа. Я думаю, придет. Ну это да. Надо на рельсы поставить, надо. Ну вообще, вот какие оценки клиентов у тебя-то как? Ты же... Ну вот я скажу по себе, добавил я вашу технику. Значит, клиент начинает достаточно удивляться, да, новым приемом. Не своим стандартом какие-то там были, а новый прием, особенно локтевой, это, конечно, просто бомба. Когда прорабатываешь полностью грудной отдел, шейный отдел, поясничный отдел, то есть работает активно, заметна реакция клиента, просто по себе как бы говорю, да, и, как говорится, не хватало огня. А теперь этот огонь появляется, пока он еще искренне, ну, скажем так, да. А сейчас вот это вот то, что прорабатывается, это, конечно. Да, тут поактивнее прорабатывают глубокие мышцы. Да, вот методика локтевого это сильно. Это не ручная, скажем так, пальцами и кистью работа, а локоть он достаточно сильно усиливает результаты. И мало того, что он физический, и еще он лечебно идет. И большую часть снимается блоков. Ну да, да, чувствуется более глубокая, да, работа. Блоков снимается функциональных позвоночники и работает. Респект и уважуха. Испытал. Да, вот на себе даже испытал. Ну, честно говоря, действительно, приходите на тренинг, потому что такого вы испытаете количественного, качественного массажа, который так бы вы заплатили, как за 10 бы сеансов, да? Да. А тут все мы попробуем, друг другу делаем, помогаем. Третий учебный день, да, вот, и два дня меня мучили, допустим, вот этими техниками, да, два дня болел, а сейчас ничего не болит, я просто спинку не чувствую. И выровнялась, да, как Ренат говорит, да. Я ну, теперь не могу нормально. Я даже лопатки трогать. Не мучили, а на себе отрабатывал. К плите подойти, да, выпрямили. Я помучился. Ну, на самом деле, вот этот один массаж можно сравнить как с 3-4, а то и 5 массажей классических, обычных. Поэтому здесь еще, как и, во-первых, клиенту хорошо, потому что идет работа сразу такая глубокая и конкретная. Во-вторых, хорошо, эффективно, хорошо, и специалисту, потому что, так скажем, такие уязвимые наши места, это пальчики, кисти, они идут экономиться. Щадим, то есть, собственно, руки, да? Да, правильно. Соответственно, щадим. Здесь мы работаем предплечьями, локтями. Получается глубокая работа, плюс... Экономия силы. Экономия пальцев. Да, ну, там, если дальше, вот сейчас мы еще пойдем, там же есть еще фитнес, как бы, для массажиста, где мы сами себя еще тренируем во время массажа, разгружая свой собственный позвоночник. Да. Ну вот, а ты, Вячеслав, еще же рассказывал в перерыве здесь, что вот от тебя там потом уходят даже пожилые люди такие, о-о-о. Ну да, было такое дело, что... Помнишь, что ты такое рассказывал, интересное? Даже сказать, что еще придем, Вячеслав, что-нибудь тебе купим, даже не бойся. Ну, в общем, методика экономичная, действенная, эффективная. Работает. И результат сразу после первого, для клиентов, да, после первого сеанса.
Ну, давайте такой секретики расскажем, как же у вас вообще обстоят дела с клиентами? Приходят они к вам, ловят, ловите вы их как-то или удерживаете какие-то способы? Есть ну, сейчас лето, во-первых, клиентов очень мало стало. Потому что ну, сезонность такая. Сезонность, да. А так, в основном, ну что там, поднимаюсь там, я вот работаю там в медицинском центре Бубновском. Ну, уже с ними разговариваешь, уже приглашаешь на массаж, на пробный, и там уже... Ну, там в таких центрах медицинских там работает огромная маркетинговая команда, которая рекламу там дает, да? Вот. Там действительно они приходят. Ну, самый первый вопрос, клиенты-то есть у вас у всех, уже работающие мастера? Конечно, клиенты есть. Ренат тоже, да? Я вот, например, по себе скажу, что я, работая вашим массажем, начинаю говорить по-другому, что у меня был определенный массаж, сейчас я изучаю мануальный массаж, и клиент начинает думать, а что это то, что он до этого делал, что-то еще добавилось, и я так зазываю, и уже приходят, говорят, ну, давай, покажи, и начинаешь работать, и, в принципе, работаю. Кстати, я тоже удивил девчонку одну такую. Поднял ее на ручки, звернул по обе стороны, руки, хруст стоял, а плеч, да, самокопчик. И она, что это было? В первый раз испытала. Да. Но в итоге-то ей понравилось, да? Мне понравилось, что я сделала. И тебе даже понравилось. Ну, я осторожно очень, потому что... Тут двойственное действие нравится. Вот, например, я когда делаю массаж, да, как я работать стал более эффективнее, да, более повнимательнее, да, то есть более охватывать зоны не просто руками, как бы, а локтями, да, то есть начиная от шеи и кончая креса, да, то есть захватываешься полностью, да. И клиенту становится хорошо, да, от этого, и ты немного как бы отдыхаешь в момент этого массажа. То есть надо просто его понять. И вы даете все для того, чтобы есть такие понять методы, моменты эти. Где даже мы отдыхаем, сами специалисты, во время массажа. Да. И это тоже уникально. Интересно, интересно и развивающе. То есть это ну и вот сейчас середина тренинга идет, да, уже там много на каких штучек, хотя ты давно вот уже как бы с этой методикой знаком, да? Да. И каждый раз, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Очень интересно на самом деле. То есть мне тоже это нравится. Думаю, что же дальше будет. Ренат вот в камеру не попал, но мне помнится. Ну, сразу можно сказать, что эта техника, это рабочая. Это рабочая техника. Это будет не просто. Клиент не выйдет, не скажет там администратору, ну, мне сделали массаж, да, ну, мне. А здесь выходишь и прям знаешь, что сделали, тебя промяли, как ты хочешь, как тебе надо. Ну, ты пробовал уже, да? Вот все, конечно. Я вот на клиентах делал тоже, они... Разницу прям заметную видит именно со стороны, с того момента, когда начинаешь работать предплечьями и локтями. Не только разница, и результат еще. Причем. Ну, ну и как они оценивают клиентов твои? А ну, больше такая, у них эйфорическое такое состояние, и больше воздушности, больше такое полезное состояние. И это только середина тренинга, дальше будет еще круче, еще лучше. Еще мы до ног не дошли. Да-да-да, сейчас мы дойдем. Ноги, ступни там, голову, шею, сейчас еще покрутим. Ну, кстати, вот ты же, Ренат, хотел прийти на следующий раз обучаться с потоком. Да, я так посмотрел, ну, на мне потренировались тоже. Я прям, вот те первые два дня потренировались, я ходил вообще с ровной спиной. Я пришел на работу, у меня кушетка ниже за счет того, что у меня рост вытянулся. Даже рост увеличился, да? Да, я думаю, что такое. Ну, это, кстати, реально, да, 2-3 сантиметра увеличивается. Это прям заметно. Осанка же справляется, да, и состояние межпозвонкового диска тоже улучшается. Да, 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 я прям весь ровный, весь... Питание, да, для ваших дисков еще лучше, так что вы как можно дальше с помощью этой методики и как сами мастера, и для клиентов мы отодвигаем старость, отодвигаем вот этот развивающийся остеохондроз, да, который никогда от нас не уйдет, но мы можем его срок отодвинуть. А это, ну, соответственно, профилактика грыж наверняка раз. Да, профилактика грыж, да. Профилактика всех заболеваний, связанных с нервной системой и с головой. Да, практически это же воздействие на весь организм. Ну, там же куча почек, куча нервов, все. Позвоночник — это основа основ. Еще тоже говорят, что на позвоночнике все наши органы
висят. Поэтому в каком состоянии позвоночник, если он кривой, косой, то, соответственно, органы тоже меняют свое положение. И так как они находятся не в своем положении, соответственно, они не работают так, как надо. Да? Это безусловно. А когда правильно. Все прямо, позвоночник, соответственно, органы на местах и идет. Ну, если глубже залазить как бы вот в эту тему, насколько влияние идет, да, позитивно, то оно, там же в межпозвоночном столбе есть такая жидкость, ликвор называется, она совмещает, в ней купается как спинной мозг, так и головной мозг, так что это идет воздействие сразу и на голову человека, на его мозг, да, то есть это профилактика всех заболеваний Паркинсона, там, мигрений, хронической усталости и так далее, то есть она снимается сразу как с нас, специалистов, да, так и с наших клиентов. Ну, а, соответственно, это влияет на психоэмоциональный фон. А он влияет на всю нашу окружающую жизнь. То есть так подспудно, ну, мне клиенты даже рассказывали, что у них начинаются какие-то изменения в жизни. Где-то по службе началось продвижение, где-то там зарплату повысили, где-то... Да, может, человек активный, работник активный, там. Я тоже по себе почувствовал, что прям активность у меня повысилась. Не знаю, процентов на 30 точно. Нет, то же самое. Да. Я обычно целый день, если работал, то вечером приходил, просто ложился, даже на душ сил не хватало. Сон лучше стал. А сейчас пришел. Глубже. Да. Вот, даже вот у нас. Сны такие красивые. Олег, вы сказали, что второе посещение у вас 50%, да? А, ну да, те, кто там что-то недопонял или хочет повторить, или там что-то отработать, да, вы можете приходить к нам на тренинг повторно со следующим потоком, это уже будет для вас 50% от предыдущей цены. Пришли на третий раз, да, 50% от предыдущей цены, то есть уже 25% стоимости всего тренинга. Я просто пришел бы на второй раз 50% просто ради массажа, чтобы себя еще раз прохрустели. И причем я вот сам как действующий массажист, я сейчас в данный момент вижу результат своих коллег после массажа, да, и сам это на себе испытывал, что совсем состояние другое. Работа другая. И ты посвежеешь, он похорошеешь. Да. То есть это интересно, это затягивает, это массажная техника будущего. Не постесняюсь этих слов. Если бы много людей так работали, какие дают знания Олег Алав Кудвин, то... То есть это людям нужно. Это нужно, да. Это надо. Это мало того, что нужно, это надо, и это работает. Это реально работает. Спасибо вам, что обучаете. Не, я от души готов делиться знаниями, да, и методиками. Они действительно уникальны, и многие мне пишут там по интернету, что из других стран у нас такого даже не преподают. Из Америки пишут, из Норвегии вот приезжают сюда, на тренинг приезжают. Это вот мы в Москве находимся, да? Для москвичей бывает парадоксально тяжело достучаться. Они какие-то такие ленивые, или все приелось, что ли, уже. Из других городов людям легче сюда доехать. Чем дальше, тем ближе получается. Из Калининграда приезжают спокойно. Добрать. Да, вот из Норвегии. Сейчас вот в Китай зовут тоже. Да. Ну, кстати, по поводу самой методики, вернее, по поводу оценки клиентов. Вот у меня лично был такой опыт, что люди были во всех странах, везде делали массаж. В Турции, Египте, там, в Таиланде, да. И когда приходят ко мне на рабочее место, а я работаю в бане, то они удивляются, блин, это что-то потрясающе, я такого никогда не видел, вот ты только половинку спины сделал, да, а у меня уже разница большая слева и справа, там настолько зажаты мышцы, а тут настолько разогреты, что прямо вот, ну такой разницы никто никогда не видел, не встречал реально. Ну, я думаю, я даже уже уверен, что клиенты к вам тянутся, новые приходят, да, так что, в принципе, на этой методике можно и заработать неплохо. Неплохо, потому что, да. Подчеркну, неплохо заработать. Да, неплохо. Ну, а плюс еще как мануальная терапия отдельно плюсом к массажу, это еще дополнительный доход. Не-не-не, реально, я вам рекомендую. Массаж без связок, без костей, просто по мышцам, это только, можно сказать, 40% массажа. Поэтому массаж, ну, да, идеально, да, да. Когда идет работа и со связками, и с костным. С костным аппаратом, с костно-связочным аппаратом, поэтому да. То, что надо. Ну так что тут цену на массаж вы сразу можете вдвое, втрое сразу поднимать. В общем, учите, вот, на всю процедуру. И учите.
мы будем вас радовать. Да, а мы с вами, дорогие зрители, поделимся еще новой информацией в следующих наших видеороликах, поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки нам, это вот такие, ну, кому не понравилось, может дизлайк поставить, вот так вот казнить, не миловать, да. Все, до новых встреч, дорогие друзья, пока-пока. Канал называется Академия телесно-ориентированных практик на всех социальных сетях и в Ютубе вы нас можете найти. Так что не теряйтесь. До новых встреч, друзья. Счастливо.